Можно хранить очень много людей в себе. Всех людей можно. Всех людей можно. Ну, не всех, конечно, но некоторых. Пока, Паш. Что-то про Украину, может, пару слов? Жопа. Украина. Це моя душа. Це моя мечта, которую я хочу, что реализовать. Далее. И всегда станет мой кусочек сердца вот этом Украине. Я люблю Украину. Украина тебя любит. И мы тебя очень любим. Очень-очень. Are you happy, girl? Sí, muy feliz. Yeah, I'm very happy. And you? Yeah. Yeah, girl. Girl power, vegan power. Are you happy? Живу вот с одной веганкой. Как я могу быть счастлива, она не ест мясо? Let's go. Не, не хочу. Я тебе ничего не подарю просто. Да не хочу я, чтобы ты угадывала. Strange, like tradition. Oh my gosh, Ravens. Сейчас все плохо с мотивацией, что все мои цели, которые были поставлены уже давно, если достигаются какими-то не теми путями, которыми я бы хотела, возможно, я не делаю то, что должна бы, или то, чего жаждет моя душа, то, к чему я стремлюсь.
это была причина маленькой депрессии, которую разгребал со мной Паша и все близкие, которые со мной соприкасаются, которые мне очень помогали, как всегда, слушали весь этот полет мыслей. Ну и к чему это я все говорю? К тому, что я решила менять все постепенно, шаг за шагом. Знаете, тут очень избито. Если не нравится что-то, то ты просто это меняешь, либо же меняешь свое отношение к этому. Но так как у меня есть выбор, потому что выбор есть всегда, я могу поменять и то, и другое, поэтому я просто меняю и ситуацию, и свое отношение к ней. Меняю все, что хочу. Поэтому я решила начать с самого простого. Я никогда в своей жизни не стриглась, в плане только кончики обрезала. И никогда не ходила с короткой стрижкой. Я решила это изменить. Я не подстригусь там под троечку или под ноль. Но не знаю, как подстригусь. Поэтому, скорее всего, в следующий раз, когда я включу камеру, я уже буду с волосами значительно короче. Давайте в последний раз на них взглянем. Вот они. Я с такими волосами ходила всегда. Грустно ли мне? Мне однозначно грустно и страшно. Но не страшно никогда не будет менять. Все всегда страшно. Я говорю себе это даже наперед. Той будущей Ане, которая будет смотреть и монтировать это. Потому что все упирается в страх. В страх ошибиться, в страх не найти свой путь, в страх быть непонятым, непринятым. Даже себя, самого, собой, если я понятно объясняюсь. И я поняла, что я хочу это сделать. Я записалась на стрижку, и вот на нее сейчас я собираюсь. Я одеваюсь, пью кофе и выхожу. Скажем так, фундамент положен изменением. Мне нравилось это чувство легкости после. Как будто с тебя сняли какие-то плохие мысли. Я хочу поговорить о мотивации, о прокрастинации, о том, что мы делаем, понять, почему так сложно просто начать действовать, так сложно заставить себя заняться чем-то полезным, так сложно начать вникать и строить свое дальнейшее будущее. И мы сейчас с вами, я уверена, что много ребят, которые также каждый день изо дня в день задают себе вопрос, почему, черт возьми, я стою на месте, какой правильный путь, что я должен делать, как поставить себя, как найти свое место, как найти свое дело, и главное не ошибиться. И главное не ошибиться ни разу, и главное, чтобы сразу миллионы с неба. И главное, чтобы все меня поддержали, приняли, осознали, какой я классный, чего я заслуживаю, свою цену понять. И чтобы мы поняли все остальные мою цену тоже. Звучит очень нереально. Скорее всего, так оно и есть. И я, возможно, даже записываю это видео просто себе в будущее, что я делаю периодически. И когда ты начинаешь меняться, и когда ты начинаешь менять что-то, связанное с тобой, даже со своим восприятием просто того, что с тобой происходит, пусть даже происходят рутинные вещи каждый день, не тоже, одни и те же, когда ты начинаешь это все менять, тебя уже не остановить. Для чего я это все делаю? И мне кажется сейчас, что я настолько открыта к изменениям, что я вижу их во всем. Возвращаясь к тому, как мы все, как будто все поколение миллениалов, мы пытаемся сделать все так, чтобы все сразу четко и без каких-либо ошибок. Я сужу это все по себе. Мы не раз обсуждали это с Пашей, и это безумно трудно. И мы как будто все сейчас с вами стоим перед огромнейшим обрывом. И нам нужно прыгнуть. И нам нужно прыгнуть так, чтобы не разбиться. Нам нужно выбрать правильную глубину. Нам нужно, чтобы температура воды нам подошла, нам нужно прыгнуть. Но мы бы хотели прыгнуть не одни. Мы бы хотели прыгнуть один раз и точно. Это все безумно сложно, это все кажется неподъемной тонной, особенно для меня сейчас. И я каждый день просто хожу с мыслью о том, насколько я много теряю, не делая того, что могла бы делать.
немного об этом писала, я много искала внутри себя ответы, потому что все ответы, они всегда внутри нас, как бы избито это ни звучало или непонятно вам, например. Они всегда внутри, и я в какой-то мере сама себя довела до точки отчета, которая вот я просто себя внутри изводила, как-то пыталась найти выходы, много плакала. Была одна очень такая большая истерика, которая повлекла за собой очень много изменений. И ничего не будет сразу, ничего не будет точно. Я говорю себе это каждый раз, когда я впадаю в такую мини-депрессию. Пока не попробуешь, не поймешь. Все маленькие дела, которые откладываются постоянно на период попозже не приходит. Он не приходит вот так вот с чемоданом, стуча в дверь, поднимая тебя с кровати и говоря: вот я этот период, теперь можно пойти в зал, теперь можно начать правильно питаться, теперь можно делать себе по утрам смузи, теперь можно учить английский. Не будет этого периода. По крайней мере, у меня его не было. Не было до момента, пока я просто не вскочила и не поняла, что если это не закончится, не то чтобы ничего не поменяется, а я просто себя сожру внутри. Просто внутри останется пустота, потому что слышать себя было для меня всегда очень важным. Вот это откровение инсайдера, которое внутри тебя просто, ты можешь рассказать себе, но ты себя уже наслушался, и ты просто не знаешь, что делать с этим чертовым будущим, которое вот-вот в виде этого обрыва просто сидит и гложет внутри. И тебе хочется работу, тебе хочется время, тебе хочется понятие, понимание тебя, чтобы люди тебя понимали, чтобы они принимали твою работу, чтобы они гордились тобой, чтобы ты гордился собой, чтобы родители гордились. И это все в совокупности сводит тебя с ума. Для чего этот спич вообще? Почему я так много сейчас говорю, хотя я в видео не говорю в основном вообще, это просто музыка, какие-то моменты, любовь во все видео. Я говорю это, потому что, ребята, нас таких много, я в этом уверена. Уже был как-то момент, когда я написала огромный пост. В том, что очень много людей мне написало: «Господи, спасибо, я думал, я такой один». Так вот, ты такой не один. И как бы сейчас сложно ни было, это такой период, и нам всегда нужно будет делать выбор. И нам всегда будет страшно. И нам всегда будет казаться, что, возможно, я сейчас не прав. Возможно, мне нужно подождать. Нечего ждать. Я говорю вам на своем опыте, что ждать нечего. И, скорее всего, ничего не произойдет. У нас все получится. У нас всех все получится. Просто учитесь. Не заканчивайте. Никогда. А это то, что можно делать всегда. Удачи. Работаю по программе Давида.